Седьмой ежегодный благотворительный марафон «Ты нам нужен» прошел очень плодотворно. Итогом недели добра в денежном эквиваленте стала сумма в 6 миллионов 150 тысяч рублей. А еще более 105 семей, которые совсем скоро получат такую необходимую им помощь. Сегодня глава города поблагодарил всех организаторов и участников, благотворителей и информационных спонсоров за помощь и участие в марафоне. Это, я считаю, общая наша заслуга, потому что сделано немало, сделано много и с точки зрения финансового, то, что собрали, с точки зрения морального. И то, что город стал добрее вот на этот месяц, это уж точно, да, потому что действительно мы дольки добра дарили, принимали, и поэтому, наверное, это самое главное была задача.